Сегодня мы организовали областной турнир с клубом «Аюми» совместно. Это областной турнир по правилам «Скиф». Наш этот турнир сегодня собрал 600 человек, участников. Как бы пригласили спонсоров. По детям там дарят велосипеды «Титан» и в абсолютных категориях. Конкуренция хорошая, детей много, выступают очень хорошо. И хотелось бы, конечно, отметить и там девочек, которые тоже хорошо дерутся. По взрослым здесь идет отбор, а 14 лет старше – это турнир для взрослых, отбор на чемпионат Украины. Потом будет этот отборочный турнир на чемпионат Европы в Чехии. Всем участникам соревнований желаем удачи, побольше побед и, конечно, меньше слез и всегда, чтобы выигрывали. Я хочу поблагодарить нашего тренера Александра Александровича Серокурова, то, что он вложил в меня в душу и хочет, чтобы наш клуб стал лучшим. Моя цель – стать чемпионом мира, ну, или хотя бы Европы. Я тренируюсь уже 5-й год, и меня еще тренирует мой папа. Он мне тоже помогает в карате. Я ему тоже хочу сказать спасибо за то, что он мне помогает стать лучшим. Мой клуб называется «Феникс». Мой тренер в этом клубе – Александр Александрович Серокур. Сегодня я выступала на Кубке Харьковской области, где я провела 3 боя и все 3 боя выиграла. Из-за этого я получила 1-е место. Я очень стремлюсь поехать на чемпионат мира. Я буду очень долго и упорно тренироваться, чтобы достичь своей цели. Наш клуб – это как одна семья. Мы все очень дружим, несмотря на то, как кто тренируется. Мы очень сильно друг друга поддерживаем и переживаем, чтобы каждый получил 1-е место. Сегодня, 17 февраля, мы проводим очередной открытый кубок Харьковской области по шатакан карате доски. Кубок является открытым, и мы пригласили команды из других регионов, в частности, из Запорожья, из Сумской области, из города Ахтырки. Конкуренция очень высокая в сетках, то есть спортсмены, чтобы победить, надо пройти от 4 и выше боев, некоторые до 7 даже доходят. Поэтому победить его очень тяжело. Всем участникам желаем здоровья, чтобы соревнования пришли без травм. Ну и мы встретились уже на татами через месяц уже в Киеве на 2-м этапе отбора.